Травматология – это передовая любой больницы. Ведь именно сюда направляются люди, попавшие в катастрофу или получившие бытовую травму. После оказания первой помощи травматолог становится главным врачом, помогающим больному не только излечиться, но и успешно пройти реабилитацию. Благодаря работе, которую проводят в Славянском районе по привлечению медицинских кадров, травматологическое отделение ЦРБ хорошо укомплектовано. В отделении работает 7 врачей, больше половины из которых – молодые приглашенные специалисты. В их числе и Юсуп Амагомедов, который к Новому году от руководства района получил долгожданный подарок. Зима на Кубани – относительно спокойное время года для работы травматолога. В среднем в день отделение травмы посещает порядка 20 пациентов. Чего не скажешь о лете, когда до полусотни человек ежедневно требуется помощь травматологов. Дорожно-транспортные происшествия, травмы бытовые и производственные. На отдых времени нет. В день в травматологическом отделении выполняются по 2-3 операции. В такой темп работы сразу после получения высшего образования и специализации в городе Астрахань погрузился молодой специалист-травматолог Юсуп Амагомедов. Супруга моя училась, да, в Краснодарском крае, и она захотела вообще в Краснодарский край. И мой друг, вместе учились, он на год раньше пришел сюда, поработал, тоже, как бы рассказал, город красивый, хороший, чистенький, и, в принципе, работать хорошо. Поэтому решил сюда приехать. Уже 4 года Юсуп Алиевич работает в коллективе Славянской ЦРБ. Он отмечает, что работать здесь приятно. Ведь благодаря современным диагностическим возможностям работа травматолога становится намного легче, да и коллектив сложился хороший. Очень хороший коллектив, в принципе, влился, как сказать, как в свою семью. И приняли очень хорошо, заведующий вот, всегда всячески помогает, всячески поддерживает. Коллектив отзывается о докторе Амагомедове как об очень хорошем специалисте. И без преувеличения рад, что он выбрал для практики Славянский район. А к новому 2018 году администрация подготовила приятный сюрприз для Юсупа и его семьи. По договору социального найма, который обязует врача проработать в больнице 5 лет, семье Амагомедова была выделена квартира. Я даже не ожидал этого, но администрация наша работает, как бы в этом плане очень хорошо стимулирует приглашенных специалистов, молодежь, и мы очень благодарны им. Квартира требует ремонта, и своими силами доктор уже начал его делать. Пока еще ремонт делаем. В скором времени, я думаю, мы это все завершим и переедем сюда. Пока идет ремонт, Юсуп Алиевич отправил жену с 3 детьми на родину, но уже скоро планирует привезти их обратно, в собственную обустроенную квартиру, мечта о которой стала реальностью. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».